Гуманность. Именно гуманность. Гуманность с подчиненными, памятуя, что и они человеки. Признаюсь, Иван Ильич, до сих пор не могу взять в толк, что вы извольте объяснять. Вы выставляете гуманность. Это значит, человеколюбие, что ли? Да хоть и человеколюбие, попробуйте. Человеколюбие всегда следовало. Реформа, однако, этим ограничиться не может. Поднялись вопросы судебные, хозяйственные, откупные, нравственные и без конца их, этих вопросов. И все это вместе, все разом может породить большие, я бы сказал, колебания. Вот мы про что опасались, а не об одной гуманности. Дело поглубже. Очень понимаюсь. Но позвольте вам заметить, Семен Иванович, что я отнюдь не соглашусь отстать от вас в глубине понимания вещей. Однако же все-таки смею заметить и вам, Степан Никифорович, что вы тоже вовсе не поняли меня. Не понял. Не понял. Возьмите силлогизм. Я гуманен, следовательно, меня любят. Меня любят, стало быть, чувствуют доверенность. Чувствуют доверенность, стало быть, веруют. Веруют, стало быть, любят. Я хочу сказать, что будут верить и в реформу. Обнимутся, так сказать, нравственно, поймут самую суть. Не выдержим. То есть как не выдержим? Да, не выдержим. Не выдержим, ну, уж за себя-то я отвечаю. Сидят, сидят, да и едут. Этот скверный анекдот случился именно в то самое время, когда началось с такой неудержимой силой, с таким трогательно-наивным порывом возрождение нашего любезного Отечества и стремление всех доблестных сынов его к новым судьбам и надеждам. Кой черт, куда Трифон девал мою карету? Трифон! Варлам, а ты не видел карету ее превосходить? Да, она вроде стояла, а глядишь, вроде и нет. Подлец народ. Просился у меня в канале какой-то куме. Тут где-то, на Петербургской. Я настрого запретил им отлучаться. И вот бьюсь об заклад, что он туда и уехал. Он действительно уехал туда, да обещал минуту обернуться к самому, то есть времени быть. Ну вот, я как будто предчувствовал. Уж я его. А вы лучше посетите его раза два в части. Вот он и будет исполнять приказания. Пожалуйста, не беспокойтесь, Семен Иванович. Так не хотите? Подвезу. Счастливый путь. Мерси. Нет уж. Я теперь тебя. Мошенник. Нарочно пешком пойду. Чтобы ты чувствовал. Чтобы тебя это, так сказать, совесть замучила. Воротится и узнает, что барин пешком пошел. Мерзавец. Какие они ретрограды, старые колпаки. Ну, если не выйдешь, что она тебе хотела сказать? Главное, я убежден, душой убежден, я гуманин, человек мой, он уловлен, так сказать, и как бишь его это сетями, и я делаю с ним все, что хочу, то есть для его же блага. Ну-ка, я-то Семен Иванович. И ты, чеки, какая-нибудь прескверная рожа. А, это... Не, Врешь, сам всякий, а я сесть не буду. Я Трифона. Что? Словом дайму. А прялком, конечно, дайму. Надо он и будет чувствовать. Возьмите, ты ж его как кума. Пошел вон, поберушка. Послушай, братец. Чей это дом, братец? Чиновника Псевдонимова, регистратора. Псевдонимов? Ба, Псевдонимов. Что же он женится? Женится, ваше высокородие. На титулярного советника дочери. Млекопитаев титулярный советник в управе служил. Этот дом за невестой их не идет. Значит, теперь это Псевдонимова, а не Млекопитаева дом. Псевдонимова, ваше высокородие. Млекопитаева был, теперь Псевдонимова. Я потому, братец, спрашиваю, что я начальник его. Я генерал над тем местом, где Псевдонимов служит. При теперешних отношениях в обществе мне зайти к подчиненному, ведь это же переворот идеи, сумбур. Здравствуй, добрый друг мой. Проходил мимо, дай, думаю, зайду к подчиненному. Посмотрю, как веселятся мои чиновники. И вступают в брак. Ваше превосходительство, честь. Пожелайте мне что-нибудь, ваше превосходительство. Будь счастлива, дитя мое. Браво! Маменька, папенька, штабс-капитан в отставке. Племянник их высочества. Почему же музыка смолкла? Я никак не хочу, господа, нарушать веселье. Танцуйте себе, а мы с господином Млекопитаевым, штабс-капитаном полюбуемся. Музыка! Мне пора. Дела. Дела. Приду через 9 месяцев. Кумом буду. Строг как начальник, но как человек он ангел. Их превосходительству. Ура! 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 Ну что может быть проще, изящнее такого поступка? Ведь я униженного нравственно подниму. Я самому себе его возвращу. Он детям будет своим поминать, как сам генерал пировал и даже пил на его свадьбе. Вот тут-то и сок, Степан Никифорович. Так точно, ваше превосходительство. А вот посмотрим, как не выдержим. Дороги пересылаем. Есть люди, которым чистое белье даже неприлично. Это я. Господа! 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 Давайте играть вафли. Я очень вас прошу. Давайте играть вафли. Весь их женский вопрос – это один только недостаток оригинальности. Женский вопрос выдумали мужчины. Мне доктор Шульц еще накануне говорит, у вас, говорит, осложнение. А я взял утку и понял, как это вам понравится. Господа! У вас имеется отчетливая склонность к подбоязни. От Женевского озера зубы болят. Свойство такое. Его превосходительство превосходительство. Всего только 4 месяца назывался его превосходительством. Обновляющаяся Россия подмигнула ему и подала знак. Его превосходительство любил принимать парламентские позы, и подчас ему мерещились монументы, особенно когда разыгрывался его геморрой. Здравствуй, Псилданимов. Узнаешь? Ваше превосходительство. Ну, то-то. Я, брат, к тебе совершенно случайно зашел, как, вероятно, ты и сам можешь себе это представить. Ведь не прогонишь же ты меня? Полагаю. Рад, не рад? А принимай гостя. Я уж не помешал ли чему? Я уйду. Ваше превосходительство, помилуйтесь. Честь. Удостойте присесть. Аким Петрович Зубиков служил столоначальником в канцелярии у его превосходительства. Это был человек смирный, как курица, самого старого закала, взлелеянный на подобострастии. К Псилданимову на свадьбу он был зван как почетный гость. Ну, что же вы? Помилуйте, зачем же? Я постаюсь. Присядьте. Помилуйте, не извольте беспокоиться. Я и здесь. Можете себе представить случай? Я только что от Степана Никифоровича Никифорова, ну, может, слышали, тайный советник? Ну, в этой комиссии. Он теперь твой сосед. Иду. А ночь такая прекрасная, тихая. Вдруг слышу, музыка играет. Топот. Танцует. Любопытствую городового. Псилданимов женится. Да ты, брат Псилданимов, на всю петербургскую сторону балы задаешь. Да что он, дурак, что ли? Тут бы улыбнуться ослу, и все пошло бы как по маслу. Думаю, дай войду к подчиненному. Ведь не прогонит же он меня. Рад, не рад, а принимай гостя. Познакомь же меня, Порфирий Петрович, с твоей молодой женой. Так сказать, с новобрачной. Ну, подведи же, братец. Очень рад познакомиться. Тем более в такой день. Замуж новобрачной уже давно хотелось. Подруг у нее никогда не было. Ума тоже. Она хоть и ходила когда-то в какую-то немецкую шуле, но из нее почти ничего, кроме азов, не вынесла. Особенно она любила щипаться. Псилданимов? Она у тебя прихорошенькая. Однако парочка. Впрочем, хоть бы она поконфузилась, я бы тогда шутить начал. А то ведь мое-то положение безвыходное. Господа, уж не помешал я вашим удовольствием? Сейчас начнем, а пока проглаждаемся. вы уж не в защите, ваше превосходительство. А уж, коль вы не погнушались нами, оказали честь к сыночку на свадьбу пожаловать, так уж просим милости, поздравьте вином молодых. Не гнушайтесь, окажите честь. Так вы родительница вашего сына? Родительница, ваше превосходительство. Желаю вам, сударыня, и тебе, друг мой Порфирий, желаю полного и долгого счастья. И какие славные эти наши старухи. Всех оживила. Я всегда любил народности. Порфирий. Un homme très mal élevé. Oui, oui. Скажи, пожалуйста, Порфирий, почему, я давно хотел тебя спросить об этом лично, почему тебя зовут Псевдонимов, а не Псевдонимов? Ведь ты, наверное, Псевдонимов. Это верно, еще его отцу при поступлении на службу в бумагах перемешались. Так что он и остался теперь Псевдонимов. Это бывает. Непременно, непременно, потому сами посудите. Псевдонимов происходит от литературного слова псевдоним. Ну а псевдонимов ничего не означает. По глупости. Что, собственно, по глупости? Русский народ. По глупости иногда изменяют литеры и выговаривают иногда по-своему. Например, говорят невалид. А надо бы сказать инвалид. Ну да, невалид. А еще говорят, Нимо. Нимо вместо Мимо. Ну что пристал? Да что это? Я разговариваю. Нельзя, может быть, и говорить. Изволит находиться не в своем виде. Не в своем виде как? Точно так, в нетрезвом состоянии души. Генерал-то наш под шофе. Кто это? Не знаю. Она, видишь, как генерал под шофе. Она так на воздухе и держится. Вот она штука. Открыл ты все, капитан Кук. Мореход. Музыка! Медам, месье! Алгажабада! Адвин, Джадега! Сильвопия! Господа, прошу, прошу, у меня есть новость, господа! Одну минутку, господа, прошу. Минутку, минутку, внимание! Минутку, у меня есть новость! Господа, прошу вас, минутку! Алле! Алле! Ты, брат Порфирий, это самый, не церемонился бы. Если у тебя есть что-нибудь насчет распоряжения или там что-нибудь, пожалуйста, не стесняйся. Прикажете, ваше превосходительство? Да я, право, не знаю. Я, право, не знаю, если... Я ведь здесь совершенно случайно. Позвольте представиться. И, конечно, ой, иные могут понять, что мне, так сказать, неприлично быть на таком собрании. Но я надеюсь, вы понимаете, почему я здесь. Не вино же, в самом деле, я пришел пить. И притом я трус и подлец. Я здесь, чтобы, так сказать, ободрить. Показать, так сказать, нравственную, так сказать, цель. Ваше превосходительство, я еще... Арсений! Браво. Парфирий! Судите, два целковых, а? Я не желаю! Голь! Голь! Мне! Мадам! Месье! Алле! Лавшан, сильвупле! Судите, два целковых! Вы не сантима. У вас нет линий жизни. А я существую? Очень странно. Их нет. Послушай, ты мне друг или нет, а? Друг ли я? Да. Разве я тебе это не доказал тем, что я здесь? Ну, в таком случае дай мне взаймы два целковых. Зачем я тебе? Мне необходимо купить шампанское моему генералу. Ну так ты дашь или нет? Да не дам я тебя, потому что у меня их нет, а если бы были, все равно бы не дал. Твой генерал ретроград! Позвольте танцевать без цензуры! Луиза! Внимание! У меня есть новость! Новость, господа! Новость, господа! Господа! Новость, господа! Новость! Денег нет. Нет. Копеечки. Мне! Маменька, ради Христа, маменька, необходимо еще два целковых. Два? Два целковых. Честь. Шампанское купить. А шампанское? Куда? Хорошо, а? Оказывается, у вас превосходные вкусы, а? Вы без шампанского не на шаг. Не для себя же прошу-то, а для генерала. Дармоеды! Пешевалы проклятые! Пешевалы! Дядюшка твой псевдонимов беснуется, денег требует. А откуда же я ему деньги-то возьму? И что задумал денег? Прямой разбой. Батюшка, что час? Вы, бабье, разговорились. Стоять по углам, как рассмотрю. Парфишка, два шага вперед. И к тебе Морфей, генералы ходят. Вот оно что. Ты, значит, себя надо мной оставить хочешь. Вот я, дескать, каков. Мне черт не брать. У меня генерал в приезде. Что мне, Млекопитаев? Бабик. Да ты ляжь! Я тебе генерал! Они будут быть генералом! Я! Слышал! Я! Ну! Бабики! День и ночь буду, бога молить. 2 целковых, пожалуйста. Казачка спляшешь. Нет, не шибко. Музыки нет. Пойте-ка ему. Ну! Батюшка. Батюшка. Батюшка, батюшка. Отец родной. Батюшка, батюшка. Батюшка, отец родной. Батюшка, 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 отец ты наш. 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 Батюшка. Ну, пляшет и пляшет. Только не вздумайте его особо жалеть, господа. Он, конечно, страдает, но испытывает при этом какую-то позорную, проклятую сладость. И даже страшно произнести наслаждение. Да-да, господа, наслаждение. Я стою на том. Потребность в этом тайном, подлинном наслаждении царапством есть черта каждого псевдонимова единолично и всех псевдонимовых с начала веков. Батюшка, 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 отец ты наш. Батюшка, 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 отец ты наш. Батюшка, 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 отец ты Сотворите древо добро, и плод его добр. Или сотворите древо зло, и плод его зол. От плода от древа познано будет. Порождение ехидного, как можете добро глаголоти. Thank you. возьмите силоги. Нравственно. Мадам. Аким Петрович. Я тут. Порфирий! Порфирий! Оттакивать не запрещено! Ваше превосходительство, пожалуйте к столу честь. Я право не знаю. Я хотел бы уйти. Честь! Господа, господа, к столу честь. Ваше превосходительство, окажите честь. Не погнушайтесь нашей бедности. Пожалуйте к столу, ваше превосходительство. Я состарился, так сказать, не количеством прошлых лет, а их качеством. Ты сказал, чтобы я сбрил бакенбарды, потому что в них мало патриотизма. Я их сбрил. Мне всего съесть обезьян. Представится, смотрите, приюта общества императрицы Марии Федоровны. 9 лет. 9 лет. Господа, разрешите предложить тост? Господа! Горько! Простите меня, я так что фанатик человеколюбия. Я пишу завещание. А что и кому вы оставляете? За невозможностью быть русским я стал славянофилом. И не расходитесь по проверочке. Хотели под суд отдать, но заметили, что помешали. Полагаю, что со мной завтра длинная подуча приключится. Философствовать я люблю. Люблю умные разговоры. Но предупреждаю от мужчин. Нет, очень нехорошо. И даже совсем неприлично. Надо было уйти. И не только уйти, надо было спасаться. Не, я не уйду. Я должен нравственную цель обнаружить. Заговорю о вопросах, реформах, о величии России. Я пишу завещание, и уже я ее обнаружил. Нравственную цель. Я еще их увлеку, да, может быть, еще ничего не потеряно. Еще бы только начать, чтобы их привлечь. Какой-то такой прием изобрести. Теряюсь, просто теряюсь. И чего им надо? На. Чего не требуют? Но мне что надо? Я что здесь? Что не ухожу? Что добиваюсь? Почему люди не смеют убить себя? Что удерживает? Две вещи. Только две причины. Одна очень маленькая, другая очень большая. Но и маленькая тоже очень большая. Это боль. А большая – это Бог. А ты знаешь, что такое Бог? Бог есть боль страха, смерти. Но и это все равно. Друг мой, я сдвинулся с места и поехал. Куда поехал, не знаю. Но знаю точно, что поехал. Шампанского, господа! Шампанского! Скажите, пожалуйста, у вас ничего не было. Сначала мне казалось, что зато, может быть, прежде многое было. Но потом я догадался, что и прежде ничего не было. Так только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда, нигде ничего не будет. Тогда я перестал сердиться. Милые вы мои, славные. Разумеется, думал его превосходительство, как джентльмен, он с ними на равной ноге. И отнюдь не требует каких-нибудь особенных знаков. Но в необходимый момент напомнит, что он и они – это разница. Земля и небо, что уж там не говори. Ведь он отец, они дети. Да, господа, он отец, они дети. Да, я смешной человек. Они теперь называют меня сумасшедшим. Но это повышение в чине. На дуэли очень, я думаю, хорошо. И страшно. Завещать свою кожу на барабан. Примерно Макмолинский пехотный полк. На барабан. Я откровенности их дайму. Я открою им все. Я их поражу неотразимо. Извольте их откушать. Они наполнят бокалы и с криком выпьют за мое здоровье. Слушай, ваше превосходительство. Я офицер. Я в этом уверен. Он разобьет свою рюмку о шпору. Даже можно было прокричать «Ура!». Ура! Даже если бы вздумали покачать меня по-гусарски, я бы этому не противился. И весьма было бы хорошо. Но нет у них этой светского лоску. Нет этой, как бишь, ее сердечной деликатности. Но я скажу им, но я скажу им о современном назначении России. Упомянул и о крестьянском вопросе. Да и они все будут любить меня. Да они уже и сейчас меня любят. И я выйду со славою. Без помощи полиции не понимал истины. Чего вы затыкаете уши ватой? Плохо слышите? Нет, наоборот. Люблю тишину. Я уже сказал. Я уже сказал, господа, сейчас Аким Петрович, что Россия, именно Россия сейчас переживает. Именно Россия. Господа. Одним словом, вы понимаете, что я хочу сказать. Переживает, по моему глубочайшему пониманию, гуманность. Это видишь, как круглый шар. Она так на воздухе держит сама собой. Вот она штука какая. А что если, господа, мы туфлю распознайте, как кто ко мне относится. И какой у них там наверху выражение хорош. Вот останусь здесь. А что как не вылезу отсюда вовсе? Пусть будет стыдно и совестно. Лягу здесь спать. А чего не служишь? Пользу от тебя не приносишь? А в какую я службу пойду? А? Какой мундир толстоту-то мою сцену? Вот, надену мундир. Господа! 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 Ваше превосходительство, всю жизнь мы занимаемся только тем, что беспрерывно вас уважаем. Заявляем от лица общества. обман от человеколюбия, возвратить человека самому себе, возродить, так сказать, собственное достоинство, и тогда с готовым материалом приступить к делу. Господа, возьмите силоги. Всю ночь снилась обезьяна. Да? И только под утро ей снилась веревка. Значительное сновидение. Я решил завещать свой скелет в академию, но с тем, чтобы на лбу его навеки вечные наклеен ярлык. И давеча я уже говорил, что гуманность, обновление, так сказать, вещей. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! А их миллионы. Ровнее всего, ваше превосходительство. Продолжайте. Обновление, так сказать, этих самых вещей. Увлекся с первого начала. Что ты орешь? Вывести тебя отсюда. Просто так. Продолжайте, продолжайте. Я слушаю и очень вами доволен. Похвально. Видишь, пьяный. Это заговор, чтобы скандалить свадьбу. Это я, ваше превосходительство, рассказывал про одного поручика, который каждому слову начальству все прибавлял. Похвально, похвально. Да, так вот он теперь и подражает ему. Хотели под суд отдать, но заметили, что помешали. Медицинное свидетельство, ваше превосходительство. Да. Значит, анатомировали? Понимаете, он был совершенно живой. Господа! 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 Я совершенно понимаю, что живого не анатомируют. Я полагал, что он в помешательстве уже был не живой. То есть умер. Пьяные люди, ваше превосходительство. Порвили, я вижу, что вы все, я спрашиваю вас всех, чем я унизил себя? Порвили, ваше превосходительство. Порвили, помилуйте. Порвили, порвили, я обращаюсь. Я обращаюсь к тебе, скажи. Я пришел на свадьбу. Честь. Я пришел на свадьбу, я имел цель. Я хотел, чтобы нравственно поднять. Я хотел, чтобы чувствовать. Я обращаюсь ко всем, что я очень унизил себя в ваших глазах или нет? Дас! Дас, вы унизили себя. Дас, вы ретроград! Молодой человек, опомнись. С кем вы, так сказать, говорите? С вами! А во-вторых, я не молодой человек. Вы пришли ломаться и искать популярности. Да, вы пришли похвалиться гуманностью. Вообще подозреваю, что вы один из тех начальников, которые лакомы попельсинничают с молоденькими женами своих подчиненных. задавил. Что я? Пшик ты, а не генерал! Данил! Данил! Сейчас, ваше превосходительство! Не извольте беспокоиться! Негодяи! Робные недоделаны! Существа, созданные на смешку! Ой! Ох! Ох, негодяи! Ой, куда это? Благодарен, но независим! Подлецы! Эффектно, господа. Даже рискованно. А как же иначе? Ведь злокачественный сотрудник сатирического листка был отчасти даже романтиком. Но вот тут-то, господа, языковыка. Свойство нашего отечественного романтика – это, конечно же, все отрицать, ни с чем не примиряться, но в то же время всему уступить, все обойти, со всеми поступить политично, постоянно не терять из виду полезную практическую цель, а именно – казенные квартирки, пенсиончики, звездочки да награды. Усматривать эту практическую цель через все энтузиазмы и томики лирических стишков. Наш романтик – первейший плут из всех плутов. Несчетное число романтиков значительные чины впоследствии происходит. Шельмы. Такое чутье действительности вдруг оказывают, что изумленные начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивает. Ваше превосходительство! Я уничтожен. Я Ваше превосходительство! Пришел, я хотел, так сказать, крестить. И Ваше вот превосходительство! Послушай, Ваня, подожди, доктора надо, Ваня. Какой уж доктор? Батюшка, беги скорее, приведи извозчика. Извозчика, Ваня, что есть доктор? Я завещал свою кожу на барабан. Каждый день на нем. Я знаю. Сын ее мужа ощеволит сын открытий. Придите ко мне, все труждающиеся и обременении, и аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть. Тогда приведоша к нему беснующийся, слепо и немо, и исцели его, яко слепому и немому глаголоти и глядати, и дивляхуся всей народе глаголище, еда сей еси Христос, сын Давидов. Фарисеи же, слышавшие, режут. Ой, растрясёт! Воля ваша, Порфирий Петрович, на их следует. Я укажу вам место! Несите его! Разобьются! Несите его! Спокойно! Такие тяжелые! Он бесстыдный! Готов служить под вашим лесным начальством. Спать легли. Говорят, такой час и 5 взять мало. Что ты? Разговорились на 3. Тихо, тихо, не ори. Не нужен извозчик. Их приустановить свой. Ну, мой друг, как же с ним же рассчитаться надо? Нет у меня денег. Нет у меня денег. И не могу их платить. Как же я расплачусь? У меня в жизни и гривенника не было. Извозчик. Ну, иди отсюда. Заворачивай, иди. Поеду где на пески. У меня там друг студент. Господа. 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 Господа! Господа! Ничего, ничего. Потерпи, мой голубчик. Потерпи, батюшка. Ничего. Ой, не упали бы. Ничего, ничего. Ты, батюшка, муж после этого. Куда ж ты годишься после этого срама? Ты кто? Не знаю. А где я теперь? Псевдонимов. Браво. Ваше превосходительство. Музыка. Честь. Псевдоним. Ваш пресс. Пошел! Пошел отсюда, поберушка! Ишь, расселся! Пошел отсюда! Тут господин Псевдонимов женится. Он вашего брата не уважает. Мерси, месье. Так он же нищий теперь. Подайте ему копеечку. Вот, он же ее пропьет в тот же миг. Ты кто такой? А? Ты тля передо мной. Нуль. Смирение, смирение. Смирение. Ой! Ой, не бойся, голубчик. Еще рано. Поспи, поспи. Умойся. Умойся, батюшка. Нельзя же, не умывшись. Иди, иди отсюда. Дядька серый встанет, сядет на кровать, тонко пискнет на... Еще просьба о переводе в другой департамент чиновника Псевдонимова. Прошу вашего милостивого содействия, ваше превосходительство. Так он переходит? Ну что ж, я с моей стороны, я употреблю. Я готов. Передайте ему. Передайте Псевдониму, что я не желаю ему зла. Да, не желаю. Что, напротив, даже готов забыть все прошедшее. Забыть все, все. строгость, одна строгость и строгость. Все происшедшее уже казалось его превосходительству вздором. Он и думать забыл, что мерещился себе в виде нищего. Какие там нищие? Напротив, у него сделалась приятнейшая гармония духа, образовалась эдакая нравственная балансе, и как-то вдруг сразу все стало на свои места. И стало прочно, господа, недвижимо. Что вы наделали? Что? Вы же убили его. Кого? Псевдонимова. Он убил его. Это убийство, господа. Это же Муха? Нет. Это он. Разве вы не видите, что это псевдоним? Я протестую. Это Муха? Не ссорьтесь, господин. Тогда позовем мать. Она опознает тело. Я протестую. Перепутали, господа, это похороны. Нет, это свадьба. Нет, это похороны. Нет, свадьба. Это похороны, но все равно. Смейтесь, господа. Это очень весело. Это очень весело, уверяю вас. Маменька! Маменька, я живой! Не смейтесь!